Купили такие поилочки, сейчас повкапываем. Казанчиком будут водичка. Будет на кормушка. Новое зерно. Зерно он уже повыедали полностью. Пшеничка. Есть пшеничка. Ты сюда три ведра сатан? Да. Ну, ведро пшеницы и два кукурузы. Ну, пшеницы у нас не тот. Да. Широко я херячу, да? Годит. Шо-шо? Так поставим на каждую кормушку по две поилочки. Да, это все время, конечно. Труд завести, вывести, налить, насыпать, но... И казанята где-то пищать рядышком. Ага. Прикольно. Ну да. Все, огонь. А глянь, как повыедали. Да, одна трава осталась. Ага. Сухая. Выбили все. Ну они же привыкли, что ты их кормил. Ты кукурузу и пшеницу, да? Да, да, я два ведра. Мешай, да. Два сюда еще кукурузы. Два кукурузы и ведро пшеницы, да. Золото, сыпем золото. А вот это уже хорошо насыпали. На кормушечке. Это мне нравится. А сегодня суббота это, да? Да. Я говорю, у нас сегодня суббота. Жарко такая. Ну ничего. По фазанам обзывателя. Пищат кругом. Так, ну, все сколько? 5 ящиков. Слушай, ну один такой дерзкий отсюда и полетел, сколько я видел, столько полетел. Серёня, а что это за тропинка натоптана туда? Да, наверное, что до речки может. Ля, Рут. Пищат, ага. Пищат, корова. Не понимают, за что их с дому выгнали. Что они плохое тебе сделали, Серёнь, что ты их повыгонял сегодня с дома? Много кушали. Да, ну их бали. Там мне в ТикТоке тип пишет комментарий, говорит, что они вам плохое сделали, что вы их с дома выгнали. Там, свиней легче, сука, кормить, чем этих фазан. Типа, 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 идите сюда, идите, вам водички, корма привезли. Давайте. Они в шоке сейчас. Да, кусты. Да, никто не перекликается, они в кучу. Кусты их высыпали какие-то. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Давайте жрать идем. Обед. 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 Бегом. Снимай. Это четвертая кормушка. На четвертую поставили поилки. На косую сильно поставил, да, Серёнь? Подровняю чуть-чуть. Вот так. О. Ровняю чуть-чуть. Отлично. Погнали дальше. Типа, 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 типа. Кого зовешь? Типа, типа. Цыпляток наших зову. Вон они там бегают в кустах. Да, они бегают, я ж тебе говорю. Засыпай. Это пятая кормушка. Тут мы сегодня выпустили фазанов, подъехали их десяток полтора, прям тут были возле кормушки. Вон пусят бегают. Красавчики, давайте жрать. А мы подъехали на кормушку, а тут вот такая красота. Это прошлые, что мы выпускали, или взрослые. Такие красавчики. 5 или 6 было. Сейчас посмотрим. А, ну тут поели почти все. Поели, да?
Видишь, я тебе говорил про кос вот этот хороший. Они сразу хоп-хоп-хоп и в камыши, ты понял? Шнырь-шнырь. Вот правильно, что мы прокосили до камыша. И никто его там не достанет. А, глянь, порыли, тут аж ямы понарыли. Серёня, а там он красный лоток лежит еще у нас. Может, его вкопаем? Да, не, ну, то ж поилка тоже. Ля-ля, копались, да? Да, так а вот, ля. Давай. Так вы, да, Серёня? Да, да. Ты что есть, попал. Это пятая или шестая? Шестая. Седьмая и восьмая, еще две. О, где-то пищит. Хорош, ага. Есть, похоже. Никуда не отсюда не делать. Ага. Это седьмая кормушка. И тут у нас большая поилка с клеенки сделана. Мы будем вкапывать тут маленькие или нет, Серёнь? Выливаем. Сюда, конечно, и воды влазит в мешок. Ты тут видишь, оно дождик чуть-чуть линул и уже налилось. Ну да, чуть влага есть. Что за прилетики? Где-то что-то бахнуло. Где-то прилетело. Ты ж громко, что-то такое? А, еще раз бахнуло. Бухтит, да. Сейчас еще бахнуло, что-то давлю. Восьмая кормушка, зарядили зерном, поставили поилочки. Все, сегодня потрудились на славу. Наливаем, выпустили 150 штук фазанов. Зарядили всех 8 кормушек, купили поилки, вкопали поилки на все поилки, на все кормушки. Погнали дальше. До следующих новых встреч. Сегодня у нас 5 августа 23 года. Это наша вторая партия фазанов в этом году. 150 штучек будет. Это на одну кормушку мы высыпаем. Зачем? 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 А, вы по кругу там это. Давай я ножом подрежу. Подрежу что? Зачем дать крышки? Красиво, вот такое вот. Давай, змеёныш. Чтоб хорошо жилось вам. Сейчас поедем на вторую кормушку. Кормушку мы высыпем еще штучек 30-40. Сань, ты ж не подрезал мне, да? Подходи ближе. А, бокопор. И вот еще. Хорошо, пошли, пошли. Красавчики. Жарко, да. Сейчас ничего, лёдочки, сейчас нормально будет. Сейчас отойдете. Малой, давай. А вы что? Теперь это ваша среда обитания. Чем же вы так провинились, что вас с дома выгнали, а? Жрете, как свиньи. Свиней кормить проще, чем вас. Пошли, пошли, природа ожила, лянь. Все шевелится, ходят. Красота. Ну тут не сильно поели, на тех больше поели. Иди сюда, ждай, до опта. Малые. Вперед. На меня упал туда. Один. Ну ничего. Беги. Как дома, так съебывается. Перегрелся? Красавчики. Ничего. Жарко, давай, да? Давай. Беги, сейчас отойдет. Котик. Серёнь. Шмальнул, шмальнул. Побежали, страусята. Глянь, какой желтый. Желтый, ага.
Красиво. А тут лёг, жарко, да, ему? Краса. Да жарко, жарко, да. Эх, там хорошо, да? Оп! Давай беги! Да беги! Смотри, какие есть высоко поднимаются. Смотри. А эти не хотят. Совсем не хотят. Пищат. Давай, давай. Страшно. Все, все высыпали. Да. Итак, что там? Сегодня у нас пошел в природу еще плюс 150. Это вторая партия в этом году. Ну и 12 самок мы выпустили взрослых. Посмотрим, сколько у нас фазана на зиму выживет. Ну, я думаю, много будет. И еще у нас будет третья партия на выпуск, но там очень много. Там еще 150. Еще есть, да? 150. Ну, примерно 400 штук плюс. Нет, в этом году выпустим. В общем. На 472 штуки. 472? Да. 12 самок, 460, 472. 460 маленьких, да. И 12 самок, 472, да? Да. Ну, короче, 1500 фазана мы сегодня в этом году вырастили. Вынянчили. И выпустим в угоде. Посмотрим, что будет дальше.